конкурс «Дети читают стихи». Я Юлия Байер, а я Юлия Бужак. Войны я не видел, но знаю, как трудно народу пришлось. И голод, и холод, и ужас все им испытать довелось. Пусть мирно живут на планете, пусть дети не знают войны. Пусть яркое солнышко светит, мы дружно семьей быть должны. Красоту, что дарит нам природа, отстояли солдаты в огне. Майский день 45-го года стал последней точкой войны. За все, что есть сейчас у нас, за каждый наш счастливый час, за то, что солнце светит нам, спасибо доблестным солдатам, нашим дедам и отцам. Недаром сегодня салюты звучат, честь нашей отчизны.